Помимо выражения предания в виде каких-то текстов, в православной церкви есть выражение предания и в виде изображений. Мы уже отчасти с чем-то подобным сталкивались, когда обсуждали с вами православное богослужение, но еще более яркий пример этого – это выражение предания в виде икон. Иконы всегда вызывали неоднозначную реакцию протестантов, и протестанты сталкиваюсь с православными, общаясь с православными, достаточно часто обвиняют их в идолопоклонстве из-за того, что они используют иконы. Но ну, прежде чем мы обсудим идолопоклонство, это не идолопоклонство и вообще значимость какой-то икон, просто постараемся понять, что такое икона для православного человека, как православный человек смотрит на икону, и для этого просто вместе с вами посмотрим несколько православных икон, обсудим, что мы на них можем увидеть. Самая, может быть, известная или одна из самых известных православных икон – это икона Троицы кисти Андрея Рублева, написанная в начале 15 века. И Андрей Рублев – это один из таких главных православных иконописцев. Помните, Стоглавый собор установил, что новые иконы должны писаться в подражании тому, как писал в свое время Андрей Рублев. И вот одна из известных икон Андрея Рублева. И давайте посмотрим на некоторые как художественные особенности, композиционные особенности этой иконы. Первый вопрос, который так возникает у смотрящего на икону, у нас с вами возникает вопрос, что именно изображено на иконе Троицы. Забавно, что очень многие люди говорят, что на иконе Троицы изображена, собственно, Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Это не совсем правда. Потому что на иконе Троицы изображены три ангела, которые пришли к Аврааму. Поэтому пусть у вас слово Троица пока не сбивает с толку: это три ангела, пришедшие к Аврааму. Помните эту историю, да? которые возвестили ему о рождении сына, и потом дальше еще отправились, и был разрушен садом. Чтобы это было чуть-чуть попонятнее, я просто покажу вам еще одну икону, примерно в то же самое время написанную в Новгородской школе. И эта икона, ну, помимо того, что называется иконой троицы, иногда еще называют икона гостеприимства Авраама. Кстати, собственно, икону Рублева тоже можно назвать гостеприимство Авраама. Но вот эта вот следующая икона, обратите внимание на некоторые дополнительные детали. На ней мы видим не только трех ангелов, мы видим самого Авраама, мы видим Сару, мы видим отрока, который закалывает тельца для того, чтобы приготовить кушание для ангелов. Так что здесь ну, легче, проще отождествить эту икону с каким-то библейским сюжетом. И вообще большая часть икон они являются отсылкой к какой-то библейской истории, либо, может быть, некоторые иконы отсылкой к какому-то событию из истории церкви. И часто про иконы говорят в православной церкви, но ну, в истории, по крайней мере, православия, в контексте иконоборческих споров, про иконы говорят как про Библию для неграмотных. Ну, хорошо, если человек умеет читать. А если он не умеет читать, то его приводят, показывают икону, рассказывают историю, и вот запоминается и сама история, и икона напоминает ему теперь об этой истории. И у Иоанна Дамаскина есть такое выражение, он говорит, что спросит тебя язычника твоей вере, введи его в храм и поставь его перед иконами. Так что Первый уровень восприятия икон, первое, что мы видим в иконах, это такое дидактическое, учебное восприятие. Икона напоминает о каких-то явлениях, о каких-то событиях, о каких-то библейских, богословских, христианских фактах. Но этим значимость иконы не исчерпывается. Возвращаемся к иконе Андрея Рублева которая является такой упрощенным вариантом иконы гостеприимства Авраама. Здесь три ангела, пришедших к Аврааму, но три ангела, изображенные на этой иконе, толкуются как отображение Троицы. То есть это не изображение Троицы, это символ Троицы. И у иконы, помимо буквального значения, помимо буквального дидактического смысла, есть еще и смысл символический. И давайте об этом символическом смысле чуть-чуть поговорим. Итак, три фигуры, которые соответствуют отцу, сыну и Святому Духу. Обратите внимание на цвет одежды вот этих вот двух фигур. Синяя и красная. Одежда на этой фигуре, синяя и красная, может быть не очень четко цвет виден, одежда на этой фигуре. Синяя является символом божественного, символом небесного, а красная является символом земного. Соединение синего и красного цвета ⁇ это символ воплощения. Правда, у нас тут есть некоторая сложность, потому что очень трудно определить какая из этих фигур должна соответствовать фигуре Христа, потому что и у той, и у другой фигуры есть синий и красный цвет. По одному из толкований центральная фигура соответствует Отцу, это связано с единоначалием Отца в Троице, и то, что Отец изображен в одежде из синего и красного цветов одежде, обычно соответствующей одеждам Христа, при этом толкуется таким образом, что Отца мы познаем только через Иисуса Христа. Помните Его Слова, видевший меня, да, видел Отца. Таким образом, вот эта вот фигура символизирует Отца, и выбором одежд еще и указывает на то, что Отец познаваем через Сына. Вот эта вот фигура соответствует сыну, и вот эта вот фигура, сочетание синего небесного цвета и зеленого цвета с цвета жизни, соответствует Духу Святому, который является Духом Жизни. Теперь обратите внимание на то, что вот фигуры они расположены за столом, на столе находится чаша, в чаше голова быка, но чаша вот с головой быка, ну, это под наша пища, принесенная этим ангелом, чаша с головой быка, она при этом еще является символом жертвы и является символом Евхаристии. А, так что внимание Троицы, оно сосредоточено на жертве, на жертве Иисуса Христа. И вот руки, фигуры, обращенные к этой жертве, они подчеркивают, что участие, замысел, жертвы Христа, это дело всей Троицы. Более того, не только на столе стоит чаша, но если вы вот так вот на фигуры посмотрите, то увидите, что две крайние фигуры своим расположением сами образуют чашу. И тем самым мы понимаем, что через жертву Христа, или, может быть, через Евхаристию, мы особым образом познаем Троицу. Теперь смотрите дальше. На заднем плане за фигурой, соответствующей Христу, мы видим изображение строения. А строение ⁇ это символ церкви, и тем самым мы понимаем, что церковь она основана на Христе. А за фигурой, соответствующей Отцу, мы видим изображение дерева, и дерево ⁇ это символ жизни, и тем самым мы понимаем, что Отец является источником всякой жизни. За фигурой, соответствующей Духу Святому, мы видим изображение горы, и гора соответствует горнему миру, спасению, и тем самым мы понимаем, что Дух Святой ведет нас к спасению. А теперь на иконе, как и вообще традиционно на православных иконах, есть так называемая обратная перспектива. Если вы проследите линии, которые вот здесь есть на иконе, то они не сходятся к горизонту, а наоборот расходятся по направлению к горизонту, что не бывает у нормальных, обычных изображений. И если вы продолжите эти линии, то увидите, что они пересекаются где-то за пределами иконы и это толкуется в том смысле что вот эти вот линии пересекаются в сердце смотрящего на икону и тем самым троица должна быть в сердце человека который стоит перед иконой можно конечно говорить и о каких-то других деталях например вот еще обращают внимание на равенство, фигур по размеру и равенство цветовой насыщенности фигуры. Это говорит о равенстве лиц троицы. Можно увидеть, что фигуры на иконе они образуют круг. Как-то вот такое все вписано в круг. И это подчеркивает единство Троицы. Таким образом, вот смотрите, перед нами одно изображение, которое говорит о Троице, о ее единстве, о равенстве лиц Троицы, о и Отца в Троице, о познании Троицы через жертву, о познании Троицы через Иисуса Христа, о центральности жертвы во всем об этом, о Христе как об основании церкви, о Отце как источнике жизни, о Духе Святом как ведущем горнему миру, о том, что это все должно быть в сердце. И вот смотрит православный человек на икону, ну такой грамотный православный человек, который вот как-то привык читать подобные символы, и Радуется и восхищается, и расшифровывает а, всевозможную иконописную символику. Потом приходит а, к нему протестант и говорит, да, вы тут идолом поклоняетесь. Но православный не так это все воспринимает и говорит, ой, бедный, несчастный, неграмотный протестант. Мы должны вот это понять, должны почувствовать, что для православных икон это не, не только просто-то деревяшка, картинка и так далее. Но православие с иконой очень много всего связано, в том числе и не только даже дидактическая информация, просто реальное изображение того, что есть, но и информация символическая. И вот почему говорят о гении Рублева, то если вы посмотрите икону того же времени, да, то он убрал все лишние детали и вывел символизм на первый план. Если посмотреть чуть более ранние иконы, то вот там еще больше деталей. Есть еще вот такие забавные варианты той же самой иконы. Это же все-таки история гостеприимства Авраама. И здесь, может быть, больше акцент сделан не на символическое понимание иконы, а на дидактическое, на всю эту историю. Обратите внимание, по кругу много-много маленьких картинок. Такой вот древний православный комикс, посвященный всем событиям, связанным с визитом ангелов к Аврааму. Так что вот смотрите, можно смотреть и и узнавать всевозможные события. А, вот то, что мы с вами обсуждаем, любопытно, это иконы, мы смотрим сейчас вот там, 15 века, чуть раньше, чуть позже. И люди смотрели, может быть, понимали, что изображено на этих иконах. Хотя вот когда я говорю о символическом толковании икон, то здесь нет какой-то однозначности. Возвращаясь к той же самой иконе не Троицы Рублева, на самом деле, вот то толкование, которое я предложил, например, что центральная фигура соответствует отцу, не все согласны толковать, или некоторые считают, что отцу соответствует левая фигура. Есть даже некоторые попытки утверждать, что отцу соответствует правая фигура, хотя таких толкователей мало. Есть споры по поводу толкования иконы. Поэтому здесь нельзя сказать, что вот какой-то уж однозначный принятый язык есть. Но тем не менее считается, что -то Андрей Рублев святой в особом таком водительстве просвещения от Бога, как выражение Предания дал нам эту икону. Но теперь мы вот над этим Преданием размышляем и видим в этом какую-то символику. И вот еще что важно. Не все видят в символику, и даже не всегда православная церковь была сосредоточена на символике иконы, не всегда православная церковь понимала значимость, может быть, этой символики. Помните, мы с вами говорили о западном пленении православной церкви. Но с западным пленением пришло не только изменение в богословии, не только пришла схоластика, не только пришел какой-то там западный юридизм или еще что-то. С западным пленением пришло еще и западное религиозное искусство. И вот посмотрите, например, чуть более поздний вариант иконы. Это 17 век, тоже известнейший иконописец Симон Ушаков. Но обратите внимание, на иконе появляются светотени, чего нет на классической православной иконе. Изображение становится более реалистичным, вот, 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 вот какие-то чуть ли не Петербургские арки там, да, вот, и, и все остальное. На столе много-много всякой снеги, и теперь мы уже не видим никаких символов Евхаристии, а просто вот обед и все. И где-то вот символический характер иконы теряется. А если говорить дальше о том, как могло двигаться и как двигалось православное религиозное искусство, то вот посмотрите, 19 век, Михаил Нестеров, ну, конечно, он не просто иконописец, он еще и художник, но вот его изображение Троицы, здесь ангелов-то, конечно, видно, но с символизмом и со всем остальным, уже возникает чрезвычайно большая проблема. Так что, даже просто из эволюции изображений, мы видим, что с одной стороны, у православной иконы есть символика есть такие ценители, любители, толкователи, символики православной иконы. Но с другой стороны, даже иконописцы не всегда понимают и не всегда пытаются изобразить эту символику. Тем не менее все-таки в официальных представлениях православной церкви об иконе есть дидактический уровень и есть символический уровень и вот икона Троицы в дидактическом это ангела на символическом уровне рассказывает что-то о Троице. Впрочем, помимо попыток рассказать о Троице вот таким символическим языком есть попытки рассказать о Троице и вот так вот напрямую буквально, да. Вот два типа Православных икон, собственно, с изображением Троицы, Отечество и А Отец, Сын и Святой Дух изображены на этой иконе. И вот это порождает любопытную проблему. Проблема вот в чем: Отца ж не видел никто никогда. Хорошо, сын воплотился, его видели, его как-то можно нарисовать. Даже духа можно изобразить в виде голуби. Но вот изображение отца это проблемная вещь а, с, даже с православной точки зрения. Более того, есть еще запреты по местных соборов на изображение Отца. Тем не менее, Отца продолжают на иконах рисовать. Правда, есть попытка выкрутиться. И, например, если вы посмотрите на эту икону, а, то есть вот так так называемые ветхими днями, ветхими днями, и потом вот а, еще кто-то. И предлагается такое любопытное толкование. Помните в книге Даниила «Сын человеческий подошел к ветхому днями». По толкованию Климента Александрийского «Ветхие днями – это Христос в славе, а Сын человеческий – это Христос в воплощении». Поэтому невозможно же видеть Отца. Поэтому Даниил не видел Отца, он видел две фигуры Христа. И поэтому на этой иконе тоже изображено две фигуры Христа. Вот только автор иконы не знал о том, что он две фигуры Христа рисует, а вот здесь подписал, что это Отец. Так что вот сложности некоторые в правопрославной иконописи существуют. И с одной стороны... Где-то есть очень интересные вещи, как вот в, в иконе Троицы Рублева, есть вещи странные, смущающие, даже противоречащие православным нормам. Но, тем не менее, нормы определенные есть, иконы прорисуются не абы как, хотя, конечно, есть и такие попытки. Иконы рисуются по канонам. Видели, все иконы Троицы похожи друг на друга. Вот, например, еще вариант. Традиционный иконописный сюжет так называемый Спас, в смысле, СПАС-Спаситель спас в силах. Вот это вот и икона Феофана Грека. А вот это икона того же самого Андрея Рублева. Кстати, просто чуть-чуть про символизм этой иконы тоже интересно. Видите синий круг. Синий, я бы напоминаю, это символ неба. Еще тут, если приглядеться, можно изображение ангелов увидеть небесных внутри этого круга. И красный квадрат. Красный э, соответствует земному, но а квадрат, как четыре угла Земли, соответствует всему земному миру. С, э, синий круг вместе с красным квадратом обозначает всю Вселенную. Здесь есть еще красный ромб, символ огня, и огонь символ суда. То есть в сочетание вот этих вот фоновых элементов обозначает, что Бог судит всю Вселенную. И здесь мы видим Христа, восседающим на престоле, и он в руках держит книгу, и в книге написано «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». Поэтому смысл этой иконы – Бог судит всю вселенную, но приглашает прийти к нему, чтобы избежать этого суда. Вполне евангельская проповедь. Ну, это про символический уровень на дидактическом уровне это видение из первых глав книги пророка Иезекииля. Видите, вот тут престол с колесами. Помните у Иезекииля колеса? Вот эти как и раз колеса здесь изображены. Вот так вот, вот такие есть иконы. Вот, значит, сейчас мы смотрели на иконы Троицы. Вот пример иконы Христа. И в православной церкви, помимо икон Христа, еще чрезвычайно распространены иконы Марии. Мария вообще особым почитанием пользуется, о ней мы будем тоже еще подробно говорить, но просто чуть-чуть, просто, чтобы познакомиться с иконами Марии. Вот это один из основных типов иконы Марии, так называемая адигитрия. Смотрите, Мария рукой указывает на Христа, а дегитрия, греческое слово, значит путеводительница. То есть тем самым Мария показывает, что Христос является путем. Помните, есть путь, истинная жизнь. Так вот, если вы правильно прочитываете смысл иконы, Мария указывает на Христа как на путь. А вот это вот следующий тип распространенной иконы Марии, так называемая Аранта молительница. И здесь Христос изображен в центре, ну и центр соответствует сердцу, и тем самым вот Мария молится о Богу и показывает, что Христос у нее в сердце, и тем самым мучит всякого молящегося Богу иметь Христа в сердце. Или вот еще один тип икон Марии. Это умиление, ну, икона подчеркивает особую любовь между Марией и Христом, ну и вообще сама по себе указывает на любовь Христа. Вообще, есть чрезвычайно интересные иконы Марии, вот просто как пример очень интересные иконы, так называемая Троеручица. По преданию, эта икона была написана Иоанном Дамаскиным, его арестовали, ему отрубили руку, он помолился Марии, рука у него отросла, и в память об этом событии он нарисовал икону Троиручица. Вот, ну, не знаю, правда ли ему отрубали руку или она отрастала, но вот такой -то интересный иконографический тип существует в православной церкви. Или вот еще одна интереснейшая икона, связанная с Марией, Успение Богородицы, ну, события, связанные со смертью о Богородице. Чем интересна эта икона, собственно, вот изображение Богородицы одно, а вот изображение Богородицы второе. Если на традиционных иконах Богородицы Мария держит Младенца на руках, то здесь Иисус держит Марию на руках. Так что вот, вот еще, вот здесь вот находится фигура Марии, и потом она еще и возносится в небеса, ну и тем самым показывает такую очень интересную динамику взаимоотношений между Марией и Христом. А, вообще очень много икон в православной церкви, посвященные разным праздникам. А вот, например, икона, посвященная Рождеству, и здесь все разные-разные события, связанные с Рождеством. Тут и визит пастухов, и визит волхов, и избиение младенцев и многие-многие события библейские они все как бы в совокупности на иконе представлены. Вот икона Пятидесятницы. Помните, ученики собрались да, на них сошел Дух Святой. Вот сидят апостолы, вот там Дух Святой сходит. Вот здесь интереснейший момент: на Черном фоне изображен человек в короне. Так вот, этот человек в короне символизирует вселенную, которая находится в плену греха, в темнице. И вот теперь апостолы, на которых сошел Дух Святой, должны пленный мир освободить. Есть иконы, посвященные различным святым. Просто Андрей Рублев, как раз автор многих икон, которые мы с вами видели, известнейший святой Николай Угодник и если говорить об иконах святых, то в православном толковании святые сами являются иконой Христа, Христос отображается в их жизни, так что если хотите, святые ⁇ это иконы иконы. Поддержите ТВ-семинарий молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv Ну и последнее изображение, на которое мы с вами посмотрим, чтобы нам там потом продолжить разговор об иконописи, это так называемый спас нерукотворный. А по преданию... Эта икона появилась следующим образом. Ну не эта конкретная икона, которую вы перед собой видите, но данный тип иконы появился следующим образом. Царь Эдеса был болен и послал своего придворного и живописца к Иисусу Христу, он услышал про него, чтобы тот пригласил Христа, и тот бы пришел, его исцелил, но говорит, что если бы он не сможет прийти, то живописец должен был нарисовать хотя бы его портрет. Живописец пришел, попытался нарисовать, ничего не получилось, Христос, видя его муки, умылся, вытер лицо полотенцем, и на полотенце остался его нерукотворный образ. Это полотенца отнесли царю Авгарию, и тот увидел это изображение и исцелился. Ну, есть вариации, там еще апостолы переходили, но в любом случае вот вроде бы как бы с этого и началась вся иконопись. И это часто используют для обоснования там, иконопочитания. Так что вот как выглядят православные иконы. Я, конечно, показал маленькую толику всего этого. Только мариологических икон существует около 100 разновидностей, там, и мы, и не считая всех остальных икон, но просто вот сейчас, что для нас важно, для нас важно почувствовать, что для православных это определенная дидактика, это напоминание о каких-то событиях, для православных это определенная символика, символическое изложение вероучения. Помимо дидактики и символики, у православных с иконами связана мистика, они молятся перед иконами, и, и с одной стороны вот эта их молитва через икону восходит к тому, кто изображен на них, с другой стороны благодать образа через икону приходит к молящемуся. И последняя православная значимость иконы еще и литургическая. Если вы бывали в любом храме, вы видите, что весь храм увешан иконами. Там святые, там Христос, там ангелы, там Мария и так далее. Православные утверждают, верят, что во время богослужения, вот благодаря иконам, как бы через иконы, и Бог, и все святые присутствуют на богослужении. Поэтому вот еще и иконы имеют такое важное литургическое значение. И вот для православных иконы – это дидактика, иконы это символика иконы это мистика иконы это литургика иконы это да вот то что окружает их жизнь а, постоянная и то что ну так не безразлично их сердцу и поэтому вы должны понимать что вот такие простые протестантские заявления да, это идолы и все и чего их тут повесили вот они не всегда находят понимание со стороны протестантов о том, откуда же все это взялось и как развивалось и как к этому относиться, мы поговорим чуть позже. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ семинария